Ну и британский электронный дуэт Chemical Brothers дебютирует в кино. Сегодня состоится долгожданная мировая премьера их уникального фильма-концерта «Don't Think». Премьера пройдет в более чем 20 городах мира одновременно. В Лос-Анджелесе, Нью-Йорке, Лондоне, Париже, Токио. В России это будет в питерском клубе «Космонавт». И вот уже 3 февраля картина появится в прокате. Фильм «Don't Think» — это, по большему счету, запись шоу Chemical Brothers, которое состоялось 31 июля прошлого года на фестивале Fuji Rock в Японии перед 50 тысячами зрителей. Этот концерт записывали на десятки камер. В потрясающий музыкальный фильм действо превратил режиссер Адам Смит, который давно сотрудничает с группой. Он же один из создателей визуализации, которые Chemical Brothers используют на своих шоу. В результате «Don't Think» вышел психоделическим путешествием, где на первом плане море света, звука, видео марширующих роботов, галопирующих лошадей, стробоскопов, клоунов, ну и, конечно, музыки. Фильм дает возможность поклонникам музыкантов, ну и ценителям провокационного видеоарта ощутить на себе всю атмосферу праздника, буквально почувствовать себя его участниками, поскольку часть камер установлена не только на сцене, но и прикреплена к зрителям. Ну что ж, сейчас вы сами увидите, как это выглядит. Так сказать, отправитесь в небольшое путешествие. А фанатам группы этот фильм, конечно, стоит в категории must-see. Но, может быть, она вдохновит и просто любителей картины, я имею в виду, современного искусства. На этом у меня все. Смотрите нас завтра. Всем пока. Yeah.